Дорогие земляки, жители Карелии, от всего сердца, наполненного ликующей радостью, приветствую вас вечно живыми словами апостольского приветствия «Христос воскресе! Воистину воскресе!» и поздравляю вас с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения, с праздником Пасхи Господней. И я желаю всем, чтобы снова и снова, как наши предки, мы переживали вот эту радость Христова Воскресения, чтобы энергия Христова Воскресения наполняла наши сердца, наши души, наше сознание, наш ум и делала нас сильными, стойкими, радостными, и чтобы этой радостью мы щедро делились со всеми окружающими. Христос воскресе! Воистину воскресе!